Как-то раз ко мне пришел один парень в нашу школу торжественности и стиля жизни, которую мы посещали, которую мы и основали в Коста-Рике. Он подошел ко мне и начал мне рассказывать о том, чем он занимается, чем зарабатывает на жизнь. И он не мог понять. Он хирург, работает сердцами. Он кардиохирург, ведущий кардиологической больницы в Коста-Рике. И он до конца не понимал, что он делает до третьего дня, пока мы не вышли на улицу. И он сказал: «Слушай, все, что я изучал в своей школе, это никак не может стать наряду с тем учением, которое даешь ты. Это просто не имеет никакого смысла в той школе, в которой я учился». Ну, вы поняли, потому что он медик. Итак, видео, которое вы сейчас посмотрите, о том, как на третий день мы вышли на улицы, и если вы знаете в школе торжественности и стиля жизни, мы показываем на практике, как это в действительности проявляет себя как Сына Божьего. Итак, что я сделал, вы видите на этом видео. Я подошел к нему и попросил его принести мне кусочек мела. Итак, он ушел и через 10 минут вернулся с кусочком мела. И что я сделал? Я нарисовал круг на полу. К сожалению, в некоторых частях видео звук немножко пропадает, потому что ребята с Revelation Media записывали на GoPro, и некоторая часть звука отсутствует. Поэтому я напечатаю диалог, который ведется. Но вот что изумительно в этом видео, самое изумительное видео, то, что, когда я рисовал круг, многие студенты подходили ко мне и спрашивали: «Что ты говоришь, когда рисуешь круг? Ты как-то молишься или приказываешь? Что происходит в твоем разуме?» Я сказал: «Ничего, я просто рисую круг». И что самое изумительное, что с некоторым людям, которые подходили к кругу, я им не говорил, что мы собираемся делать. Я просто интересовался, есть ли у них какие-то боли, и говорил, что заведу их в круг и просто буду пристально смотреть на них. И потом, примерно, может, через секунд 30, я им говорил: «А ну-ка, пошевелите чем-нибудь». И они говорили: «Боль ушла». Итак, не обязательно, чтобы что-то происходило в уме, потому что многие люди, вставая в круг, не понимали, что сейчас произойдет и что должно случиться. Итак, ловите суть. Если у вас появятся вопросы после просмотра этого видео в плане, почему так произошло, почему боль уходит, вы же должны молиться во имя Иисуса. Все это верно и есть в ходе видео. Но я хочу, чтобы вы поняли, что речь здесь не о круге, не о повелениях, не о чем из этого, а речь о сердце Господа. И как вы увидите на этом видео, сердце Бога проявилось без возложения рук, без повелительных молитв. Мы только подтверждали, что если ты станешь в круг, то исцелишься. Итак, наслаждайтесь видео. Надеюсь, вам понравится. Итак, этот мужчина, как выяснилось, попал в аварию примерно полтора года назад. И у него были постоянные головные боли. И я спросил его, что он делал с этим. Обращался ли к медикам и тому подобное, принимает ли какие-то медикаменты, и лекарства, которые он принимает, не избавляют его от боли. Они только немного заглушают ее, но все равно боль остается. И вот вы видите выражение его лица, и он не понимает, что происходит. Боль уходит, и он тут же исцеляется. И это впервые, когда он почувствовал облегчение за полтора года. Итак, вспомните, мы не приказывали, мы не говорили. Все, что мы делали, это просили постоять в центре круга. Иисус использует нас, чтобы исцелять в Его имя по всему миру. Веришь ли ты в это? Веришь? Да. Почему? Потому что боли больше нет. В этой женщине проблема с рукой, начиная от плечевого сустава и до локтя. Когда я спросил, что с рукой, она сказала, что попала в аварию, и рука болит уже более двух недель.
Итак, у нее проблема в локте, и в суставе, и вы видите, у нее повязка. В общем, она пыталась двигать рукой вокруг, туда и назад. Она не могла позволить себе хорошего врача, и когда она опускала руку вниз, то это вызывало боль. И вы видите, как я снимаю эту повязку, как прошу ее развести руками в стороны, поднять свою руку, и, как видите, она поднимает руку, боль ушла, и она немного в недоумении. И помните, кардиолог все это время смотрит на все это проявление прямо на его глазах. У нас был диалог после этого, и он никак не мог понять, что происходит. Но факт в том, что это было очевидно. Боль уходила. У этого парня поврежден диск. У него проблема со спиной, и как бы он изо всех сил не старался согнуться, он не мог достать до колен, достать до земли. У него были повреждены нервные окончания, и опять же, мы не молились, не приказывали. Просто вошел в круг и тут же исцелился. Ребята, думаю, вам понравилось это видео. Это видео не обо мне, это не реклама того, что я делаю, или реклама школы, или того, что мы делаем в школе. Да, вы видите логотип, вы видите школу, но то, что мы предлагаем, это стиль жизни, которым вы можете жить, потому что это реальность, в которой мы живем. И если вы хотите быть частью того, что мы делаем, заходите на сайт royalfamilyinternational.com. Мы не учим людей, как исцелять, мы учим людей тому, кто они во Христе, и как результат того, что вы знаете, кто вы во Христе, вы будете ходить в этом и показывать Царство Небесное. На этом у меня все. Спасибо, что посмотрели. Я надеюсь, вам понравилось. Пожалуйста, подписывайтесь, лайкайте и поделитесь этим видео с вашими друзьями.